я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, день и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе моряка. Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают. Кто сказал обожаю? Это я сказал обожаю? Да я просто песню пел. Ну и из песни же слова не выбросишь. Да, ну придется показать, кого сегодня вильной незалежной обожают больше всего. Итак, друзья, мы находимся на той самой знаменитой молдаванке. И сейчас я покажу, ну да, естественно, в Одессе. И сейчас я вам покажу, кого современной вильной незалежной обожают больше всего. В чем вы имеете возможность сами убедиться воочию. Во как! Ну что ж, друзья, на фоне этой замечательной надписи, этого замечательного объявление. Мы начинаем сегодня свой очередной опрос общественного мнения на тему. Ну, в общем-то, вы уже и так прекрасно все поняли. Попрошу родителей чем-нибудь занять своих детей и отвлечь их от телевизоров и мониторов, так сказать, от греха подальше. Ну, вы сами все поняли, да? Мы сами-то в этом вопросе до сих пор разобраться-то толком не можем. Зачем же им еще засирать мозги с детства? Итак, я надеюсь, что по результатам нашего опроса мы поставим слово «обожать», «обожает» в лапки, ну, в смысле, в кавычки. А может быть и... Да нет, не может быть. Я-то даже такой мысли не допускаю. Ну что ж, поехали! Скажите, пожалуйста, молодое поколение, вот неделю назад в Киеве прошел парад ревности. Ну знаете, да? Гей-парад. В августе должен быть в Одессе. Как вы к этому относитесь? Не отрицательно. Очень, не очень хорошо. Отрицательно. А вы? Нейтрально. Нейтрально? Нейтрально. Так, уже один. Ой. Ага. Так. Не, ну он же не сказал положительно. Нейтрально. Это по-европейски. Это толерантно. Скажите, может, скажете, к чему вы относитесь? Ну, отрицательно. Ну, зачем вы... Парад – это массовое мероприятие. А зачем выставлять это массово? Потому что ходит много молодого поколения, как мы там, или кто вообще не знает, дети какие-нибудь. Они посмотрят на это и подумают, мама, что такое? А что им объяснять? Это театральное представление? Ну, в общем, это массовое, не то. Пусть где-нибудь... В закрытых помещениях. Для этого есть гей-клубы. Вот для парадов. Спасибо. Вот. Спасибо. Удачи вам, хорошего дня. До свидания. Спасибо вам. Счастливо вам, удачи. Вам.